Друзья, давайте посмотрим, что предназначено судьбой для вас в самом ближайшем будущем. Итак, четверка весны. Весна пришла, прекрасная погода. Для кого-то будет очень романтическое свидание. Причем это свидание будет где-то в какой-то веселой очень такой компании. Компании единомышленников. Дальше. Итак, дальше у нас королева осени говорит. Возможно, вы будете общаться с какой-то такой пожилой серьезной дамой кто-то. А вот император карта говорит, что прям вот идет человек на ваш путь. Это человек правильный, человек, которого вы ждали всю жизнь. Ну, для мужчины это может быть и женщина, его королева. Вас поддерживают звезды и сила всех небес. Не уходите в отшельника, будьте открыты своей судьбе. И вас ожидают хорошие, спокойные, ровные отношения, крепкое, устойчивое здоровье. С кем-то вы будете проводить время вместе, будете ностальгировать. Возможно, это друг или подруга с детства, из прошлого. Посмотрите, кого-то ожидают очень романтические, приятные встречи, влюбленность, любовь. Это и розовые очки ваши тоже. А вот рыцарь Пентаклей вам сулит энергетическую поддержку в ваших делах, в ваших отношениях, в ваших чувствах. Черепаха – это символ долголетия. И, конечно же, рыцарь осени, он несет вам финансовые перемены. Что еще будет у вас? У вас отвалится. Зима остается позади. Она уже ушла в небытие. И, конечно же, сила духа и сила воли всегда с вами. И, конечно же, колесо удачи для вас во благо.